It sounds good right now after what we just experienced, doesn't it? Сижу на патрульной полиции, говорю, блин. Причина остановки. Учитывая профилактически, блин. Свои, брат. Кто свои? Свои, отпускай давай. Мы со своей? Да что он вечно показывает, что ли, нужно? Вот, видишь, что смотри? Где? Тихо, осторожно, у тебя там камера же, вот. Где? Вот, руки, пожалуйста, при себе держите, вот. Выйдите, пожалуйста, с машины. Да что вы? Да я ж тебе говорю, свои, брат. Вот, видишь, я тебе комната. Ты присмотрись, вот видишь, свои, я же я не буду говорить, присмотрись, говорю. Да у тебя же там камера, ё-моё. Вот! Ты сам меня вынудил, я 3 года никому не показывал. Здесь лежать. Так, девчонки, сразу по 1320. Давайте быстрее, что мамка не давала вам деньги, что ли? Спасибо. Нет, я сам. Да? Точно? Да, нет, чтобы девушка не делалась, нет. Ты серьезно, Тём? Девушки, привет. Можно я вам составлю компанию? Чё, гонишь, что ли? Можно. Блин, подруга, представляешь, меня на свидание пригласили. Блин, в кафешку! Если честно, блин, даже не знаю, что надеть. Как думаешь, вот это вот, смотри. Что, может, моя любимая, вот розовенькая. Девушка! Мы уже закрываемся. Хорошо, а завтра во сколько открываетесь? Девушка, здесь 25 не хватает. Опять дешевый билет ищешь? Да. На авиасейлс искать не надо. В тот раз просто холодно было, поэтому я девчонкам как бы всем сказал. Ой, прикрой, не спрячь! Зачем что? Угнулся, видишь, синие куртки? Прошел, да? Блин, спасибо. Вот, я когда девчонкам всем сказал. Ай, прикрой, не спрячь! Я пыль! Это вот знакомый. Чего прячешься тогда? Да тоже бывший раз. А, все, прошел, да, блин, спасибо. Ты у меня такой понятливый. Вот, а как бабе лет наступило, мы думали сразу. Ай, что ты гонишь, что ли? Сколько у тебя бывших-то было? А сколько дашь? Ты чё? Да ты не серьёзно? Не серьёзно? Ну ещё от одного прятаться придётся теперь. Не серьёзно было, говорю! Спасибо за день. Ну да, мне домой пора уже. Пока. Давай, пока. Давай, пока. Знаешь, я так люблю торговые центры в Астане. О, здесь так тепло. Не говори. О, может, в кино сходим? Давай. Здесь, кстати, недавно вип-зал открыли. Пойдем посмотрим. Вкусный был стейк, да? Да. А завтра что будем делать? Не знаю. Что пожелаешь? Все, ты поехала? Да, мне уже пора. Может, такси закажу? Да не надо, здесь 19-й едет же. Инвестициями хочу заняться сейчас. Пацаны, видели функцию? Сейчас можно смотреть, сколько часов мы по телефону общаемся. Да? Смотри, сколько у тебя? У меня 3 часа, пацаны. 3 часа? Переговоры, бизнес-курс, увы. В неделю 3 часа. Прикиньте, у меня 4 часа. Я как акции придумал, пойди с клиентами общался. Бизнес чистый. Давай у меня. 6 часов, пацаны. И глава дальше, да, вот каждый день общаюсь. Покажите, как это. Вот, аккумулятор зайди. Вот, телефон. В неделю 110 часов. Ничего себе! 110 часов? Ебать, брат, базар! Ну это по работе, там, пиздец! Да, все, извиняюсь просто сейчас. Алло, да? Жан, я же тебе сказал, не звони мне, когда я на работе. Ты че, блин, я здесь с серьезными людьми же сижу, блин. Давай я тебе перезвоню через час, ладно, как освобожусь сразу. Ага. И че говорить потом? Нет, ёб твою мать, ты куда прёшь, а? Да проезжай уже, ё-моё, выбора нету. Она покупает джипы, блин. И чё только один раз-то, ё-моё? Сиба. Ха-ха.
От души. Ой, ёб твою. Братан, красавчик. Да ладно. Да все, ёма, че ты? You know when I come back, you know what it look like, everything lit. Стима. Ау. Я же с Айнуркой начал общаться. Серьезно? Прикинь, Айнура от сейки залетела. Серьезно? Норик, прикинь, Айнура от Сики родила. Серьезно? Сика теперь папа. Здорово, брат, как дела? Поздравляю, брат. С чем поздравляешь? Ну ты папа стал же. В смысле? Ну Айнурка тебе ребенка родила. Я вчера только с ней начал общаться. Это тебе Дима рассказал? Я скажу. Че пойдет сам как? Нормально, отлично. Да? Камила! Да? Ты Камила? Что, сломал ее, что ли? Да ладно, че, Камила? Я мать приведу сам! Ты че, ты бабках, не ты че, люди увидят, папа, ты че, тигр, красавчик. Так-то пацан тоже сегодня валенький. Да? Да, самое. Это же так. Алина мне не побил секси-герл. Конечно, самое. Ты че, ее духи, да, ее тоналка. Тигр, красавчик. У тебя че, Тима? Да у меня ничего, че. Да ладно, че. Да ладно, че. Ты че, ты? Да ничего, да ладно, ладно. Ладно. Сейчас пацаны заценят. Офигеть. А че, я тоже тигр, че? Прости меня, встретил другую, теперь мы не можем встречаться. Ну что поделать, не нужно было в меня влюбляться. Все кончено, придется нам с тобой расстаться. Как не быть теперь? Как мне жить? Ты был первым у меня, тебе я отдалась. Обещал же ты жениться на мне. Как могла такому уроду поверить я? Тебе верила, ну ты козёл. Теперь я кому вина? У тебя до меня больше никого не было? Ты что, дурак что ли? Конечно нет. Что, прям вообще? Ну только если в садике. И то это несерьезно было. Давай не как в прошлый раз, ладно? Все хорошо. Все хорошо. Все, ладно? Все, пойдем. Все. Привет, мальчики! Всем привет! Все, мальчики, простите, все, нам пора, все, нам пора, все, мы уходим, все, нам домой надо, все, пойдет, все, дальше. UFC 2018 чемпион и рубль Кумарова. В правом углу Конор Макгрегор, в левом углу Хабиб Нурмагомедов. Me, W, Y. Подожди. Are you ready? Yes. Are you ready? Let's go. Стой, я Хабиб. Ты Хабиб? Хабиб, да. Все, are you ready? Are you ready? Let's go. Стой! Давай, я Ген! А, ты Ген! Головкин, давай! Геннадий Головкин! Давай! Are you ready? А нет, да! Стой! Давай! Я КМБшник! А, ты КМБшник! КМБшник! Are you ready? Да! Are you ready? Yes! Let's go! Чё такое? Курочка! Курочка!